Так, всем здорово. Сегодня ровно год, как я купил BMW 3/4. И ровно год назад начал ее делать, разбирать. Давайте посмотрим, что сделали и какие дальнейшие планы. Погнали. Так, вот наш 3/4. Освободил багажник. Покрыл все кислотником. Полностью все швы, все. Вот эти соединяющие швы, которые идут полностью, все металлические швы, все покрыл кислотником, потому что далее будет ложиться грунт. Так. Также, да, еще ничего не собрал. Вот шумка. В этой коробке 5 листов. Ширина 50 сантиметров, длина 80. Вот так ложу шумку. Толщина 3 миллиметра. Получается, ну, можно сказать, где можно пролезть. Везде ее ложу. Почти уже весь салон положил. Заложил. Здесь я не буду закладывать. На этой стенке как-то, не знаю, пофигу. Там ничего такого нет. Самое главное, арки еще. Там я уже наложил. Здесь положил. Так, вот этот, так сказать, инструмент, которым делаю проклейку полную шумки. Сначала кладем, короче, лист шумки феном этим профессиональным греем и вот так, так сказать, по всей территории шумки полностью проделаем, и она, как сказать, воспринимает те формы, которые уже на металле, полностью все проходит под металл, так сказать, прилипает по полной, чтобы уже раз и навсегда. Вот такое маленькая приспособочка. Так, потолок еще не снимал, чуть-чуть позже будет. Сейчас еще сливы переделываю. Так, вот наш задний слив с люка. Я его достал. Буду либо новую класть сюда, либо, как все делают, вон туда взад шланг протягивают. И вон там, вот видите, есть отверстие. Выход на улицу. Так что буду думать, куда будет лучше и удобнее. Заднюю полку тоже всю зачистил. Тоже все под кислотник. Сейчас тоже все грунтовать буду. Что тут еще? Пока ничего такого, так сказать, критичной, так сказать, новинки тут нету. Делаю шумку. Вот ровно сегодня и год будет, ну уже год, да, как я ее купил. И до сих пор с ней, ну вы поняли. Также уже покрыл наружным покрытием пороги свои. Также кислотник, грунт и гравитекс. А потом все швы вот герметиком. Что бы вы там ни говорили, сверху будут накладки. Так что видно здесь ничего не будет. Арки тоже все обработаны. Все обработано. Так что вот, тачки сегодня год. До сих пор еще делаются. Как-то так, можно сказать.
делаются, ну, можно так сказать, пусть даже не конкретно, но нормально, чтобы сесть и поехать. Резина даже новая, ничего, короче, даже не обкатанное. Под капотом, ну, то же самое все, что и раньше было. М50, 2,5. Вот мои проводочки на катушке. Провода все в пакеты убрал я. Все закрыл. Так что вот сейчас коврлан взял светлый. Сейчас его в черный крашу. Покажу потом. И печку радиатор поменял. Его уже привез все. Так что сейчас тоже глянем. Так что вот так. Итак, прошелся черным грунтом антикоррозийным. Сначала покрыл кислотником. Полностью весь багажник. Без, ну, вот это я не трогал. Сюда весь мусор скидал. Это потом мусор весь уберу, там тоже доделаю. А так, все вот, где швы были, все. Все покрыл. Вот эту тоже покрыл. Черный антикоррозийный грунт. Вот он. Так. И по салону что сделал. Шумку я уже заложил. Сейчас покрыл сверху теплоизоляцией. Вот так. Там у нас, где стоят блоки. Там я не стал делать аккумулятор. Только шумку чуть положил и оставил отверстие. Где шумки нет, там идут отверстия для вентиляции. Вот сама эта, так сказать, хреновина. Теплоизоляция. На арках уже есть. Так. Пол. Так, водительская сторона. Как можно аккуратнее делал. Но, блин, слишком эта хрень уж липкая. И режется она не очень. Так что вот так получается, поэтому кусочками. Вот так вроде ничего. Здесь у нас печка стоит. Там бардачок. Полностью все покрыл. Вот так. Теперь останется... Багажник сейчас подсохнет. А без шумкой. Потом это же теплоизоляции. И также еще полку, где колонки стоят. Сейчас... Полку я тоже покрыл. Здесь тоже шумку кину. Теплоизоляцию на мне не буду. Просто шумку здесь кину, чтобы потом в дальнейшем музыку нормальную поставить. Вот такие дела. Ставьте лайки. Ну, как все говорят. Так что ладно, давайте. До скорой встречи. Как буду ложить коврланы и пластмасски, это уже в следующем видео. До следующего раза. Давайте.